Она стала голубица чистая. Вот он идет, Господь идет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой идет, мой возлюбленный грядет. Он прекрасен, он великолепен, он сладчайший, действительно, он самый-самый-самый. И два тысячелетия раскрывается великая тайна Агнца от века заколонного. Как? Непонятно. Мне, живущему во временном измерении, в этом временном мире, это непонятно. Мне больше понятно то, что произошло тогда, 1898 лет назад, получается, да. Но 1989, извиняюсь, перепутал цифры. 1989 лет назад, да, в 30-м году нашей эры. Да, удивительное чудо, когда на кресте Иисус воскликнул «совершилось», и завеса в храме разорвалась, совершилось искупление. Вот это было в Я, это было всем. Удостоверение, доказательство божественной любви. Доказательство того, что Бог любит нас. Если до того человек имел какой-то, многие народы, по крайней мере, многие народы вне Израиля, да, они имели какое-то моральное оправдание своему неверию, допустим, да, и могли сомневаться, не доверять Богу, да, сомневаться в Его любви, в том, что Бог любит их, Создатель их любит, да, то после того уже никто не имеет такого морального права сомневаться в божественной любви. Бог любит, Он доказал свою любовь, отдав самого себя, отдав кровушку свою, сына своего единородного положив ради нас. И это самое величайшее доказательство Его божественной любви на все времена. И когда человек действительно, он взирает на начальника веры, совершителя веры, Иисуса Христа, великое чудо совершается. Он действительно истинная правда, что настоящее переживает. И тогда уже, да, действительно, 13 главу Коринфянам перечитывает, что и тогда вера, надежда, любовь из них больше. И тогда действительно человек уразумеет, что да, вот с чего начинается, да. Вот с чего начинается все. С этой любви. Тогда уже все, тогда уже и познание тебе в радость, и чудеса греют душу. Тогда и горы переставлять весело. Тогда и все, что происходит, тогда уже это некий вопрос звучащий, там, обрицающий, да? Тогда уже, знаете ли, внутри удовлетворение есть, это довольство, что действительно это все во славу Его. Спасибо тебе, Господь, спасибо, драгоценный, спасибо, возлюбленный, благословен ты, великий Бог. И пусть Господь благословит сегодня всех нас, и пусть Его путеводная звезда ведет нас в тот сад, где, как в той песне поется, библейские опять персонажи эти, ну в церкви, мы в церкви одно время часто пели эту песню, ту самую. Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одной
как рыжий огнегривый лев, другое он, исполненный очей, снимет золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. А в небе голубом горит одна звезда, она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет тебя звезда дорогой дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вон, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чем так светил взор незабываемый. Аминь, аминь. Спасибо Господу за все, за эту честь сегодня быть с вами. Благословляю вас, братья и сестры. Именем Господня благословляю ваши дома, родных, ближних. Пусть вот эта благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребывает со всеми нами. Сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еверехеха Адонай ве ишмареха. Яхер Адонай панав элейха. Вихунекхав Иса Адонай панав элейхав веяселеха шалом. Бешем Иешуа ва-Машиах, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Благослови народ свой миром, виноградник сей, посети и благослови, да принесем мы плод, и тем прославится имя Твое, Господь, на этой земле. Благослови, Господь, в этот наступающий день Пятидесятницы. Боже, благослови пребывать с нам в Тебе, погружаться в этот океан Твоей любви. И Твое погружение в нас, и наше погружение в Тебя. Благослови. Слава Тебе, Святой. Мы пропитываемся Тобою. Ты пропитываешься нами. И благословенно это. Благословенно Царство Твое. Благословенно Царство Твое. И благословен народ Твой. Во имя Иисуса. Аминь. Аплодисменты великому Богу, Святому Израилю. Благословим
Его, Его семью, Его церковь. Мы поднимем руки и благословим. Господь, Ты, у Тебя глагол из жизни. Мы благодарим и благословляем. Господь, Тебя и прославляем Твое имя за Твоего подданного, за Твоего помазанника, за Сергея, за сына Твоего. И благодарим Тебя, Господь, за него, за его семью, за его церковь. Пусть Твое благословение прямо с небес просто рекой хлынет на его семью, на церковь его. Пусть его церковь всегда сопровождает чудеса и знамения. Написано, что сказал и стало так. Господь, во имя Иешуа, пусть в его уста будут наполнены силой и властью Твоею. Мы его помажем, его руки, написано, возложат и исцелятся, скажут, и никто не отвергнет этого. Господь, мы благодарим Тебя за слово, которое Ты дал нам через него. Пусть это слово вошло, осталось, умерло в нас и произвело плод. Господь, и пусть также дай нам и в дальнейшем сотрудничествовать вместе. Пусть Твоя благодать только объединяет церковь, общину и человека с человеком. И вся мишпаха скажет «Аминь!» Аллилуйя! Вот. Мы благодарим Господа, благодарим вас, так что мы будем всегда сотрудничать. Аминь. Сейчас, уважаемая община, мы сделаем еще очень и очень приятное. Мы дадим Господу то, что мы Ему приготовили. Вот этим самым приношением, это мы выражаем любовь к Творцу, к нашему. Господь говорит, вот для меня действительно вот пример Израиля, вот просто он потрясающий. Потрясающий. Когда Господь сказал, давайте мы Писание просто на нас, на наш, на человеческий язык переведем. Господь говорит, вот я хочу приходить там-то, там-то и там-то и там. И я хочу, чтобы вы для меня сделали то-то, то-то, то-то и то-то. Понимаете, да? Господь говорит, я буду к вам приходить. Вот. Но я хочу сделать, чтобы вы, евреи, скажем так, да, и много не евреев, много разных народов, их объединяло одно, Машиах, любовь к нему. И он говорит, вот соберите приношение, просто соберите, ну, финансы, деньги, серебро и золото. А если быть уж дословным, есть такое написано, мужья, вот подойдите к женам и скажите, так и так, нам надо, да? Написанные жены снимали. Так или нет? Понимаете, да? Вот насколько это было самоотдача, проявление любви. И израильский народ, евреи не подкачали в этом вопросе. Написано, не три дня несли, несли, несли. Конечно, там было что нести, весь Египет был у них в кармане. Они же обобрали весь Египет, да? Какой же карман должен быть, чтобы все вместить? Да. Они же все. И причем, они ведь не крали. Бог говорит, я расположу сердца их, они вам сами отдадут. Они и так должны за 400 лет, за 430 лет. Они богатые вышли оттуда. Так вот это Бог к нам говорит, вы тоже богатые. Аминь. Делать добрые пожертвования. И пусть наша длань никогда не закроется для добрых дел, для пожертвований. Пусть наше сердце, в нашем сердце всегда горит огонь той любви, жажды по Господу строить Его мешкам. А теперь мы являемся этим храмом, тот мешкам в нас. В каждом.
Пастор Сергей хорошо так подметил, да, вот нам невозможно объяснить, как Бог говорит, вот он здесь, 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 здесь. А помните, Павел говорит, я в себе внутри ношу мертвость Иисуса Христа. Да? Он тем самым говорит, вот тот, кто во мне, я умер для себя. Аминь. Я живу для Него. Для Него нет большей любви. Вот. И Израиль нес 3 дня. Бухгалтера прибегают к Моше, говорят, Моисей, ну что-то надо с этим делать. Ну, типа того, что складывать уже некуда, мешки наполнены, все полное, давай-ка. Моисею пришлось в приказном порядке остановить. И написано, вот тогда уже закончилось приношение, не подкачал его народ. Вот действительно, пусть наше сердце не будет прилеплено к финансам. Пусть вот они не станут мерилом нашей любви, мерилом нашей веры. И пусть они не станут между мною и Богом. Финансы мы будем иметь, но они нас никогда не будут. Аминь. И мы поблагодарим Господа за то обеспечение, которое Он нам дает. Господь, я благодарю Тебя за все десятины, за каждый рубль, за каждое пожертвование. Господь, Ты сказал, в этом есть великий смысл, великий замысел, чтобы наше сердце отлепилось от этого. Господь, и Ты сказал, вы можете это проверить. Господь, и пусть Твои небесные источники будут всегда отверсты для этого. Пусть в наших домах не заканчивается елей. Пусть это все будет умножено в 30, 60, 100, без ограничений. Потому что, Господь, Тебе невозможно ограничить средствами, величиной, временем. Господь, отсыпало на каждого, кто не имел возможности. Отсыпь мерою полную трясеною. Всякий, кто испытывал недостаток, да будет испытывать избыток. Спасибо, Господь, за Твое обеспечение. Спасибо за Твое умножение. И мы принимаем с небес на землю сверхъестественное Твое обеспечение. Аминь. И все скажем аминь, чтобы в Доме Божьем никогда не кончалась пища. Как написано. За все отвечает серебро. Помните, да, мы вчера. И Писание гласит, даже если ты уж съешь с сынами, не волнуйся, сын мой или дочь моя, написано, пожнешь с радостью. Ну что, мы сейчас, братья у нас помогут, мы же все-таки евреи, и без стола, никак. Давайте покушаем, да. Конечно, мы покушаем, потому что все-таки плоть, написано тоже, плоть надо любить свою. А Писание гласит, ее нельзя ненавидеть. Бог говорит, я создал. Братья, сейчас составим столы, мы будем кушать, радоваться. Будет музыка. У нас еще многое, многое, многое впереди.